Какой-то классный фильм сегодня будет в 5 вечера. Надо посмотреть на ТНТ. Такие помидоры сочные. У нас, походу, сейчас ливанет. Ребят, столько бабла потратила сейчас. Я была и в Магнит Косметикс, и в Пятерочке, и в Эдельвейсе, и вообще куча всего мне сейчас навезли по ногтям, начинаю заниматься ногтями. Ребят, столько денег. Вообще, очень-очень-очень затратно все для меня. Короче, начинаю принимать девочек с 28 числа на ногти. Записывайтесь. Сегодня себе сделаю руки-ноги. Обезжиривателя и жидкости для снятия липкого слоя. По-моему, он нужен. Ну, чтоб себе сделать, не знаю. Может, не нужен. Ну, как не нужен? Нужен, но
Знатно так сгорело. Уже видно. Сегодня погуляла хорошо. Завтра тоже пойду. Не знаю, завтра, конечно. Завтра надо убираться дома. Мыться. Послезавтра важный день. Нам говорили, что будет дождь. Что-то дождем не пахнет. Но тучки есть. Постоянно как-то вот то тень, то солнце, то тень, то солнце. И вот так вот между колеблется, короче. Непонятно что-то. Будет, не будет. Чудесные куриные котлетки до Ваникина. Бабушка в гости приезжала, привезла своих фирменных котлет. Дай бог ей здоровья. Пожалуй, еще одну маленькую возьму. У меня была маленькая. Вот смотрите, какая. Все. На сегодня хватит. Сегодня уже больше ничего есть не буду. Я не ем, если не рассыплю. Стол у меня чистый. Садаюсь. Вкусненький сыр плавленный. Такой нежирный. Я люблю нежирные. Купила вот эти хлебцы. Щедрые. Бородинский хлеб. Белков здесь 12. Жиров здесь 3. 3 грамма жира. Идеально. 71 грамм углеводов. И клетчатки 16,5. Ну, клетчатки я получаю за счет гречки. Но вот то, что здесь углеводов 71, это многовато. Так как я на безуглеводной диете, но иногда хочется. И я их взяла для завтраков. То есть я купила сыр твердых сортов. Хлебец в микроволновочке пару секунд. Например, кашка и яичко. Яйца завтра надо купить. Все, это чисто на завтрак я купила. Покупки я вам не показывала свои. Сыр вот такой купила. Голландский. Не знаю, на 90 рублей. Хорошенький. Упакован сегодня. Показан. Свеженький. Купила вот такие листья салата, пекинскую капусту. Чисто на салаты, так, знаете, накрошила. Помидоры, огурцы есть. Купила сметану, майонез я сейчас не ем, либо салаты со сметаной, либо с маслом. Васькино счастье, мне нравится фирма, у меня и плавленый сыр, и сметана. Реклама, шутка, это не реклама. Вот. Купила попробовать пивомани впервые, просто захотела сыр-паутинку, он вкусненький. Сейчас попробуем. Угу.
Такой, знаете, копчененький. Вкусный. И купила вяленую горбушу. Надо ее дырочку сделать, а то задохнется. Вот такую. На развес, короче, на 80 рублей вышла. Я сказала, на 50 рублей давайте сделайте. Нет, на 80 она мне сделала. Ну ладно. Все. Купила ватные диски. Также в Магнит Косметикс мне выдали карту. Вот. Купила жидкость для снятия лака. Купила шампунь. Купила гель для душа, мыло для рук. Полно всего, короче, ребят. Все на счет закинула. Завтра еще нужно, не завтра, а в понедельник заплатить за кредит. И в этот же понедельник купить оборудование. Не оборудование. Маникюрные ножнички, пилочку, обезжириватель. И жидкость для снятия липкого слоя. Два средства. И все, мне больше ничего не надо. И больше я деньги тратить не буду. Никуда я не езжу. Если я поеду, я на общественном только транспорте, не на такси. Если буду работать, буду ходить пешком туда-обратно. В понедельник хотели сестренка пойти в зообоцад. Нужно им позвонить и узнать по поводу цен. Это я сделаю в понедельник. Тоже. В принципе, все. Такие дела. Ну, еще денежка остается, но немного. Надо будет прям рассчитывать. И как-то месяц прожить. Надеюсь, будут заказы, будут клиенты, которые будут приходить. И я на них буду зарабатывать. Естественно, моя работа сделать хорошо, качественно. Чтобы было качественно, я вот докупаю все в понедельник и начинаю принимать уже со следующей пятницы. Вот. Как-то так. Хотела еще купить сок. Потом думаю, зачем мне этот сок? Я лучше куплю воды. Еще сходила за водой. У нас тут 5 литров воды, 20 рублей. Вообще круто. Взяла холодненькой, шикарной водички, чистой. Сейчас нужно попить чай. Ребят, еще заварку купила. Вот. Ну, купила просто принцесса Нури. Я не в восторге от этого чая, но бюджетный, нормальный, средний чай. Крепкий чай я не пью. Этот пойдет. Все. С вами была я, Алина. Всем пока-пока. И да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.